снимать «Побег из аула», потому что если мы в ауле снимали, где можно пешком переходить от точки в другую точку, да, менять локации, съемочная группа просто берет технику и пешком ведет, да, не надо тебе вызывать транспорт, стоять там в пробках, договариваться там с ресторанами, там, с крышами, там, да, зданий каких-то и так далее. Там все было гораздо проще, да, вот. В «Побеге из аула», правда, было проще, то, что я играл мужскую роль, поэтому меня там как бы не отягощало, да, там всякие там парики, там женские вот эти всякие штучки и так далее, одежда, вот. Здесь, конечно, было в этом плане. То есть и там есть свои трудности, ну и свои легкости, так сказать, да. Конечно, сложно, когда ты стоишь в кадре, да, стоят там несколько актеров, ты должен знать их весь текст, ты должен параллельно контролировать их игру, при этом самому играть, самому знать свой текст и так далее, да, и мысленно представлять, как там, что, да, но... Слава богу, получается, да. Я, если честно, я рад, конечно, что вот так все сложилось, что получается, что можно. Вот. Хотя, конечно, в каких-то проектах хочется побыть просто режиссером, сидеть просто за монитором, да, заниматься только лишь режиссерской деятельностью. Но пока работаем в таком режиме. Да. Блин, пацаны, может, все-таки не стоит, а? Но сразу договоримся, в этой истории мы вместе до конца. Мы, шимкентские, никогда заднюю не включаем. Если я раньше играл в КВН, то потом я понял, что следующая ступень должна стать телевидение, это вот скетчкомы, сериалы, набивал руку, приходил опыт. Опыт как сценариста, так и режиссера и актера, да, все шло параллельно. Я понимал, что конечной точкой это будет кино, да. Потому что если, ну, взять сериал, там много серий в одном сезоне, объемы большие, то ты не можешь позволить себе там каждую сцену вылизывать, да, тщательно ее снимать, думать, переснимать. То в кино объем работы меньше, ну вот, на выходе, да, то тут ты можешь более так тщательно все это как бы и готовиться к съемкам, и снимать, да, одну сцену можешь прям вот долго, да, продумывать, добавлять каких-то фишек. То есть здесь, конечно, на качество очень сильно это влияет. Меня Исулу зовут. Как? Вот жениться бы на ней. Все проблемы решились бы. С долгами раскидаем. Ирлану поможешь за учебу раскидать. Цветы, свадьба и все. Если бы в нашей стране, ну не знаю, телевидение было бы так развито и такие ресурсы там финансовые были бы в сериалах, то, конечно, мы бы тоже там продолжали заниматься сериалами, да. Но так как там даже наши и российские расценки сравнивать нельзя, это смешно, да, вот, то здесь нам выгоднее заниматься именно фильмами, нежели чем сериалами. Очень много людей, которые много обсуждают, но на деле мало что делают. Больше дел, и, наверное, тогда что-то может получиться, я так считаю. Санжар. Байбулов Санжар. Очень приятно. Сама по себе атмосфера на площадке КВНовская, я бы сказал, поскольку все ребята КВНщики, и Нуртас, как продюсер, как режиссер, да, рулевой этой кинокартины, он, естественно, задавал такой тон. У меня роль не совсем комедийная и не совсем КВНовская. Она снова, вот, как вы говорите, асфальт-мажор, да, который вот, прикрепилась ко мне уже как лет 6, наверное. Я думаю, что именно эта роль еще подкрепит больше, и все будут говорить: да-да-да, это он такой, вы же говорили. Да я же тебе говорил, он такой. Вот. Поэтому было приятно, очень теплая атмосфера была, веселая. Очень классно.
придумал? Отвечай! Я работал великими режиссерами, как Алексей Герман. Это всемирный считается Алексей. Федор Бондарчук, Бахтиёр Худайназаров, Али Хамрай, еще другие. Вот сравнить с ними. Муртаз, он молодой. Он ребенок еще. Но он великий человек. Он сам актер. Сам режиссер, сам продюсер, сам сценарист. Это все взять, сам играть, сам снимать, это очень тяжело. Поэтому это великий, у него все впереди. Поэтому мне очень приятно было. Я говорю, вот 9 часов вызывает до часа ночи, потому что это частная студия, частные деньги. Например, 5-6 дней он за 2 дня меня отснял. За 2 дня. Вот с утра до ночи. Поэтому мне очень понравился. Он очень талантливый парень. Я приветствую. Дай Бог им творческих успехов. Нифига себе! Вы хоть знаете, кто это? Взломас, а? На ремне порежу! Да нормально все будет. Да не будет. Будь сильным. Хочешь, Айжан,